Всем привет! Сегодня мы построим военный пикап. Но сначала давайте посмотрим, что он умеет. Его двери на новом механизме. Еще наверху есть мощное орудие, которое умеет вращаться в обе стороны. Такая пушка может уничтожить любую броню. Также есть еще одна пушка сзади. Она нужна, чтобы с тыла отбиваться. Машина быстрая и маневренная. На ней без труда можно уворачиваться от пуль. А сейчас давайте все это протестируем в бою. А пока вы можете взорвать кнопку подписаться. А сейчас ко мне пришел подписчик и еще один игрок. И сейчас мы с ними попробуем пройти билд-а-бот. Так, стоп, проблема. Для игрока места нету. Ребята, напишите в комментариях, вы смогли пройти билд-а-бот на этой машинке, не поломавшись.
Неа! А сейчас время туториала. Сначала мы построим простенькую машину с механизмами, а потом к ней пристроим декор. На небольшой высоте строим палку в 17 делений. Ставим передние и задние колеса. Как показано на видео, строим простенькую машинку. Слева в кабине ставим кресло водителя, а справа обычное кресло для пассажира. Теперь будем строить двери, они у нас будут только из поршней. Сначала таким образом ставим поршень. У него длину ставим на 4 блока. Активируем и здесь строим стенку, на которой будет стоять еще один поршень. У него длину ставим на один блок. Этот поршень должен быть неактивен. Здесь делаем маленький блок. На этот блок ставим еще один блок и здесь строим дверь. Вот такая дверь у нас получилась. Теперь сбоку ставим кнопку. К ней привязываем поршни. Также поршни нужно отвязать от кресла водителя. Теперь сохраняем, опускаем и проверяем. Если мы нажимаем на кнопку, то дверь у нас красиво открывается. Еще раз нажимаем, и она красиво закрывается. Точно такую же дверь нужно построить с другой стороны.
Я ее уже построил, теперь сверху будем строить пушку. Сначала немножко отдвигаем верхнюю крышу и здесь ставим блок и протягиваем его вверх. На нем ставим колесо, плоское. Обратно задвигаем крышу. Крыша не должна касаться черной верхней части колеса. На этом колесе строим пушку. Теперь я вам покажу лайфхак, как поставить много пушек в одной. Сначала подходим как можно ближе к стволу и здесь ставим 5 пушек. Вот так должно получиться. Теперь как их сделать прозрачными. Сначала стреляем из пушки, потом делаем прозрачный. Да потом стреляем из второй пушки и ее тоже делаем прозрачной. И так нужно сделать со всеми пушками. Все, закончили. Сохраняем, опускаем. Давайте сделаем проверку. Если нажать клавишу F, то мы можем стрелять верхними пушками. Так, а если мы едем, что-то у нас происходит. Первое, что я заметил, я забыл отвязать поршни от одной двери от кресла. Также колесо верхней пушки нужно привязать на другие клавиши, например, ZX. Также у этого колеса крутящийся момент ставим на зеленый, а скорость на 3. Еще мы забыли поставить стекло. Теперь будем строить заднюю пушку. Еще я построю здесь кресло. Снова в максимум заходим в ствол и ставим здесь только уже 3 пушки. Стреляем из одной, привязываем ее на клавишу R к креслу водителя и включаем прозрачность на 100%. И так делаем со всеми пушками.
Ну а теперь я вам покажу, как построить на эту машинку декор.
Еще нужно настроить колеса, чтобы они плавно ездили. Крутящий момент нужно оставить на красном, а скорость ставим на 30. Наша машинка готова. Сохраняем. И давайте ее проверим. С дверью все в порядке. Садимся на кресло. Если нажать клавишу X или Z, можно будет поворачивать верхнюю башню. Машинка управляется плавно и прикольненько. Вот так вращается башня. Если нажать на клавишу F, то мы можем стрелять из верхней пушки. Если на клавишу R, то можем стрелять из задней пушки. На этом наше видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Games. Всем пока!